Все по красоте. Тащим. Да колобанки! Да ну блин, троих, четверых, все слились. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Стаканчик, Егор, Неон, Леон, пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 2. Все написали: Димасик, попроходи, пожалуйста, сюжетный режим. Все делаем для вас, нажимаем две кнопочки, идем на рабочий стол и нажимаем вот там вот телефон. Опа. Ну что, ребята, сюжеточка начинается. Помню, что давайте удалим двери, нас много, чтобы мы не путались. Так, давайте сделаем пока весь обход небольшой, и они начнут к нам приходить. Кстати, эту пиццерию почему-то удалили с воркшопа, потом заново добавили, и она стала больше весить. И я подумал, что может что-то добавили сюда. Давайте просмотрим внимательно. А вроде бы ничего не добавили, а хотелось бы. У вас так фонарик ярко светит, круто сделано. Интересно. Так, я уже что-то слышал. А, нет. Вот, правильно. О, сцена ушла уже, Чика. Она стоит около вентиляции левой. Звук ходьбы добавили, я помню, этого не было. Она вон там стоит. Все, мы идем на рабочее место, начинаем тащить. Беги, Димка, беги. Она в вентиляции? Нет? Вон там вот стоит. Вон там вот и в комнате еще. Ага, закрылась комната. Все хорошо у нас. Он все еще там. Такой звук стрёмный. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И можете написать в комментариях, какую рубрику нам следующую записать. Уже мангал пошла. О! Это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, быстрее, 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 быстрее! Ну нафиг, я их боюсь очень сильно. Рэди. Сейчас кто-то умрет, если не зайдешь. Он ушел? Он ушел. Да. Ты фонарик, да, включил, наверное, на столе? А фонарик помогает от Фокси только. Да? Нет. Я знал, видишь, тоже шаришь. Настроение, как всегда, у нас отлично. Надеюсь, это настроение передается вам. Вы, как всегда, сидите и улыбаетесь, и кушаете вкусную еду. Так, пацаны, реально какая-то стрёмная карта. Но мы затащим. Ой, я вижу. Напишите в комментариях, кстати, сольемся мы или нет. Мне кажется, мы ни разу не сольемся. Мы уже очень опытные и зашли сюда самые лучшие игроки по FNAF. Так, дверь тоже можно, кстати, это удалить. Мангал уже в комнате с марионеткой. Они ближе и ближе, да? Все, ты камеры чекаешь. Ага. Они еще работают так не сильно-то и ровно. Ну, хоть как-то. Наискосок надо нажимать. Вот так стоят, да, сбоку. О, смотри, кто там у нас. Красавица наша, манглиха. Я уже не помню, марионетка приходит тут или нет? Наверное. Ну, тут нету зарядки, значит, скорее всего, нет. Понял. Никого нету. Это хорошо. Вентиляцию закинули. Сринтиляция. Не-не-не-не-не-не-не. Быстрей. Я не хочу слиться ни разу. Через двери не убивают, насколько я знаю. Даже если двери удаляешь, она все равно не убивает. Ладно, быть в коптерке. Ну что, кто-то выйдет, проверит, убивает или нет. Давай проверим. Слышь, не слышь? А ну нажми фонарик, уйдет она или нет? Не хочет, да? И мочить не хочет. Очень странно. Сейчас как убьет. Она резко, знаете, когда не ожидаешь, она начинает мочить. В этом есть смысл. ФНАФа. Кстати, ФНАФ 2 мы очень давно не записывали. О, ушла. О, ушла. Я все-таки думал, она тебя замочит. Я тоже. Так, все. Проверяем дальше камеры. Вроде все отлично.
Ты так делаешь головой, как будто ты головой нажимаешь. По экрану башкой бьешь. Это что, сенсорный экран? Походу. Давай, давай, лучше жми. О! Не-не-не-не-не. Чика, я ее боюсь. Слева Чика. Она пока там сидит, по ей можно не уходить. Опа, о, а вы говорили, марионетки нету. Есть! Ну нафиг. Отец, может, ну ты видел? Ее... Ну ты видел? Может, ее заряжать надо? А я не знаю. Как? Ой, ой-ой-ой! Блин, я стоял на грани входа! Марионетка убьет, видимо. Эй, она же была вентиляция, что она меня убила? А сейчас что за марионетка? А как заряжать ее? Да никак не заряжать, только прятаться в комнате, ты ж не помнишь? Марионетка, смотрите, в левом углу. Где-где-где? О, вижу, вижу! Челепиздриха, ты чё там заглядываешь? Она сейчас камера... А, всё, ушла. К ней надо в комнату бегать. Не заряжай. Ты думаешь? Ну, на камеру же нету зарядки. Нету, нету. Надо прятаться от неё. Так, пацаны, будьте внимательны. Блин, а как она убила через шахту нас? Она же не должна была нас так убить. У нас скоро Фредди был. О, Чика вернулась. Так, сделаю обход небольшой. Пошлите, посмотрим. Главное, не ходи по центру, а то она может резко прийти и замочить. Идет где-то. Идет где-то? Ах ты, блин, ну нафиг. Меня так можно инфаркт получить, ну нафиг. Вот это она меня поймала, неожиданно. Говорю, так может неожиданно убить? Ну конечно же. Привет. Так я был на расстоянии большом. Вот и обновление. Помните, они когда были в коридоре, они как-то не убивали так, прям на расстоянии. Теперь убивают. То есть они так сделали, чтобы ты не мог ходить далеко. Сразу мочат тебя. Все, я возвращаюсь, я понял. Разработчик, ты молодец. У тебя получилось. Это баламбой. Где он там ходит? Опа. Бонни в правой вентиляции. Не-не-не-не-не, я захожу. Я уже так и умер. Два раза слился, не хочу третий. Я еще не сливался. О, зря ты это сказал. Не зря. Не зря? Сольюсь. О, Бонни ушел. Все, можно выходить. Мы можем по сюжетке, что было прикольно, допустим, ставить экран и камеру давать охраннику. Он будет делать обход, и мы будем видеть, что на экране. Прикольно? Да. Кстати, я чего я так раньше не придумал? Так что, ребята, следующая серия будет намного интереснее. Я все придумал. У нас есть РТ-камеры. И мы типа сделаем обход, как будто у него камера, экшн-камера на голове. Он ходит, показывает, что в пиццерии. Заходите, ребята, глупцы! Ты умрешь. 3, 2, 1. Эй, Чика, ты же меня мочила с вентиляции. О, баллон-бой пришел. Фонарик. Он с этого мода не уберет. Фонарик, вот этот, который на вентиляции не будет. А, я понял, да-да-да. Иди отсюда. Это так не работает. Чика, а ну дай ему по башке. Ой, слышу, кто-то топчется. Ногами. Ушел. Чика, уходи. На тебе. Я думал, стаканчик умрет. Ну блин, ну вы мочите его. Я не сольюсь. Сольешься. Я не дамся живым. Так, я делаю обход небольшой. Кстати, дверь до сих пор закрыта. А, открылась уже одна дверь. Здесь закрылась. Надеюсь, я сейчас тут в проходе не умру. Этот проход какой-то смертельный. Надо быть готовым, что я могу резко умереть. Вот это вообще помещение, очень страшно заходить, где находится толпой всей. Проверим, убьет? Фух, слава богу, не убивает. Убивает в коридорчике только там. Так, иду в шкатулку. О! Ушла манглиха, да. О, давайте удалим, посмотрим. Сидит она там. Эй, шкатулка пустая. Надо, наверное. Хотя навряд ли. О, она стоит в проходе. Чика. А мангл там? Он нас проходит. Давайте... Давайте без... Давайте, я боюсь проходить. Но давайте попробуем все-таки, убьет или нет. Надо быть готовым, что умру, если что. Так. Фух, слава богу.
Ну, знаете, так когда проходил, аж ноги поджал. Ха-ха, так страшно. Чика. Где? На камеру. Фух, я думал, она уже где-то тут. И мангал еще где-то. Стоит, чекает. Я зайду вовнутрь, на всякий случай. Звук мангла слышу, где-то она тут лазит. Ну-ка. Стоят, стоят. Неспешно нападают. Зато все по сюжеточке четко. Сейчас я обход делаю. Потому что когда играет кто-то из аниматроников, у нас какая, сотая ночь, да, получается? Пятисотая. Пятисотая. О, кстати, пятисотая еще не было ни разу. Пятисотая вообще. Так, опа. Опять, ты смотри. Пала вентиляция. Где она? Правый. Не-не-не-не, я боюсь. Скример очковый. Все. Ушла. Она фонарика испугалась? Наверное. Ну, молодец. Как... Все стоят и ждут. Где же все аниматроники? Их нету. Они, знаете, перезарядку делают. Самый смелый. Я иду. Она не убивается спиной, я проверял. О, на сцене вообще никого нету. Так, шкатулку удалил, крышку, никого нету. О, Мария нет. О! О, появилась, ребята, смотрите. Лимас только рядом убьет сразу. Ты думаешь? Убьет. Проверить? Нет. не успел. Ну и слава богу. А вот смотри, где на 93. Иду. С чекой стоит. О, они анекдоты рассказывают друг другу. Это получается, мы теперь не сможем пройти через проход, или между ними можно будет пройти? О, привет, я теперь хоть увижу, как она здесь стоит. Что ты тут лазишь? Лампочки меняешь? На тебе! Убила, не он ли он, красавчик. Сливейшн. Что ни разу не слился. Заходим. Все по красоте, тащим. Так, колобанки! Да ну блин, троих, четверых, все слились. А я и не увидел, если честно, где она была. Я слился. Наконец-то, первый раз ты слился, я рады. Как и мы теперь, ты теперь один из нас. Но меньше всего. Егор смелый. Застрял. А в чем ты застрял-то? Не знаю. Топором по башке ему, да? Ладно, на, о, посрача можно выбить. Бьет. Я лучше зайду. Ой, вовремя я зашел, хорошо, так бы меня слили. Дайте помогу сейчас. Сейчас, ребятушки, поможем ему. Ой, теперь я тебе не туда, да? Да что такое? Где? Я тебе прям луч фонарика хватаю. Что это за баг? Есть один вариант только. А, ну и такой тоже вариант подходит нам. Пойдет. Ну что, там идут к нам? Все наелись и спят. О, мангал возле марионетки. А, я один в комнате. Понял. Стоит возле бомба. Пони в левой вентиляции. Так, я слышу. Ой, я тут постою немножко, мне тяжело туда проходить. Страшно. Такие зубы у нее очковые. Че, она убилась и пройти, да, в туннеле? Нет. Ой-то, блин, а! Ну что ж ты? В чем я застрял? Тут невидимые какие-то есть объекты, видно, заскриптованные, которые... Может, ты... Арбалет. Так, откуда звук? Нема никого. Мангл в коридоре его дальний. По идее. В коридоре около было двое. Навис.
Чика в своей комнате подумаю. Да все хорошо, вообще проходим. Ну, конечно, посливались уже немножко, но проходим. Ребята, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и смотри следующий ролик.